5 метров, и там пологий подъем. Да, вдоль берега. Еще пройди немножко. Ну, это опыт. Это все через это проходили в воде. Ну, пока не упадешь, не поймешь. Да? Вдоль берега сможешь еще пройти 4 метра? Нет, там нет. Ну тогда пытайся вылезти, ты где стоишь. Ну вылази уже так, как есть. Или мама потом подплывет и тебя заберет. Аня, не иди туда, в ту сторону не ходи. Вылазь. Так он снял, нет, как он падал? Нет. Жалко. Он на фотке был. Но сейчас как вылазит, снимаю. Бабушке отправить? Не надо, вы чё? Анюта, иди к лодке, садись в лодку, а это все... Ну, вылезешь. Хотя бы сюда доплыви, а мы уже с мамой его вытащим. Миш, ну что, мне выплывать на лодку тебе? Нам сюда, лучше к нам сюда. Он вылез уже. А то вы там оба останетесь. Хорошо, хоть продукты взяли. Мы им туда кидать будем продукты. По кусочку колбаски. Ань, ты ко мне доплыви, а я его заберу, потому что он утопит вас двоих. Хорошо, хоть такое место, да? Я же вам говорю, мне надо туда с ними плыть, там они сейчас. Ничего, это опыт. Сейчас что, Анютка искупается и все будет хорошо. Это опыт, который приобретается годами. А вы сразу вот. Я вчера Мишке говорил вот здесь. Я говорю, сюда не ходи, говорю, сорвешься вниз. Да нет, тут все нормально. Просто только дураки учатся на своем собственном опыте. Так говорил Бисмарк. Так хер его пойми. Хер его пойми. Но это же Миша, ему же надо всегда быть там, где он не нужен. Все, Мишка вылез уже, Ань. Аня, все, Мишка вылез, да, сейчас вы вдвоем. Вон, идет на гору. А у него нет второй одежды? Дома. Нет, надо домой ехать. Ну, поехали домой. Чтобы не заболел. Рыбалка это одно, а здоровье это важнее. Сейчас будем тебя выжимать и выкручивать. Обмывать и выкручивать. Чё ж вы вторую одежду не взяли, непонятно. Знаю, что у нас парень такой. Пловец. Аккуратно. Ну что, я тогда скручиваюсь, Вадик? Да, конечно, я уже скрутился. А?
Я уже скрутился. Скрутился? Я уже все скрутился. Осторожно, осторожно. Только сама теперь шагай туда нормально. Я блокбастер снимаю. Ну такой экшен фильм. Экшен фильм. Я режиссер, и в шляпе сижу тут на стуле. Так, так. Вылез, так, все. Скадеры пошли. Да ладно, все. Вы что, с ума сошли? Холодно. Это после 2 августа будет холодно, а сейчас нормально, все купаются. Да, я о том же. Нормально, я сейчас исчипался в одежде. И мне нормально. Полотенце сейчас возьмем, там где-то такие. Ну правда, я сейчас, конечно, дрожу от адреналина. Телефон утопил, там... нет? Нет, я вообще-то телефон там в машине оставил. Телефон был у меня была идея ему отдать его, когда мы выходили на гору. Круто, так бы утопил. Ну я отказался. А ты с телефоном там была? Я, да. Она фоткалась. Все, вылезайте, трясуны. Я сейчас, скорее всего, как я вас и фоткал, и видео снимал, как там Мишка, как это, как пингвин черный вылазил по скалам. А что, я тут это, слушайте, давайте где-то тут бросим, и потом приедем на котлован. Ключи возьмем. А что вы хотите? Ну что, сюда обратно приехал, мы хотим искупаться. Что, серьезно, что ли, будете купаться? Вы заболеете? Нет. Пап, вода теплая. Пап, ну что? Ты посидишь? Ключи дай, мы сгоняем. Ключи дай, мы тогда посидим тут. Я тоже боюсь. Я и тогда удочку скрутил. Да, ну, Вадик, поехали. Поехали, я тоже думаю. Ну что вы фигней занимаетесь? А что, реально можно? Так, ты походи немножко. Куртку снимай, отжимай. А чего? Где дождать будем? Мы собираться сейчас бы? Зачем? Давай все обреем еще. Да. Солнышко выглядывает, зачем? Да, пап. Давайте куда-то приедем еще. Зачем тогда...